Всем здрасте, я Нубастер! В этом видео соберу редкую коллекцию монстров! Хочешь список игр из этого видео, я выложу ее в описании. Под этим видосиком, но за лайкосик. Ставь лайк, и вся коллекция игр будет у тебя в кармашке. В общем, если хочешь, напиши свой ник в комментариях, тогда ты попадешь в банду Нубастера. А прямо сейчас я начинаю. А где лайкосик? Я что-то немножко недопонимаю. Ну что, если вы не против, я в закулисье зайду. Несколько дисморфиков возьму, да я дальше пойду. Пойду по стрелочке. В общем, там, может быть, есть девочки. Вот, тут можно пойти туда. Хорошо, бегу. Так, тут я налево, направо пойду. Прямо пойду и, наверное, чуть найду уже. Потому что, может, хоть лайкосик найду. Ой, я чувствую лайкосик. Ну ты давай-ка, поставь на под видосик. Ладно, давайте сюда запрыгнем. Это яичко, хорошо. И в яичке кто сидит? Ты что там сидел? Ну ты даешь. Ладно, побежали. Так, ну туда что-то тоже должно быть. А, понятно. Нет, я не люблю летучих мышей. Быстрее отсюда валим скорее. Так, ребята, ну что, тут есть и шо? Так, понятно, берем ключик. Так, ключик у меня взят. Ну что, давайте попробуем его открыть, вскрыть. Девочка, не, тихо, не трогай меня. Так, давай, открывайся. О, открыто, еле как открыла это корыто. Так, у нас тут какая-то палка, я тоже возьму. Ребята, да тут уже целое, вау, целое лабиринтище. Ну что, ребят, давайте по-бырому так вот эти морфики находим. У нас очень важно сегодня задание, понимаете? Мы сегодня должны найти очень много редких монстров, поэтому закулисье это только начало. Я решил, что тут по пути сюда зайду, посмотрю, что тут есть, а тут... О! Это для меня, да? Я сейчас расплачусь. Это все для меня как... Ты кто? Не понял. Ты что? Это что за пальто? Я в шоке. Ладно, ребят, все, тут какие-то монстры. Тут еще один ключ. Здесь бесконечное количество. Пойдемте в следующую игрульку. Я говорю это шепотом, чтобы за мной не пошла эта девочка. Все, пойдемте дальше. Аккуратно, тихо, очень тихо. Ну что, из-за кулисы я пришел. Да я тут снова эту девочку нашел. Как ты на меня нашла? Я не знаю, девочка, ты потом мне напиши в комментариях, как ты меня разыскивает. Может, у меня где-то тут датчик в кармашке, какой-нибудь датчик GPS. Ладно, давайте. Посмотрите, это же стейк Чарли. Чарли, что на меня смотришь? Ты что зыришь, глаза пузыришь? Кто со мной, тот герой. Кто без меня, тот... Ну, без меня. Отстой. Короче, побежали сюда. Ребята, нам требуется несколько игроков, чтобы пройти это командное лобби, чтобы собрать вот этот морфик. Обожаю. Как найду тебя, ну, зауважаю. Пошлите. Так, у нас тут, как эксперт могу сказать, что это такое? Кнопка, которая на потолке? Поверьте мне, вы нажали. Поднажали! Через 5 секунд нас сейчас уничтожали. Так, все нормально. Все нормально. Кстати, у меня тут есть... Подождите, что это лежало в кармане? Позвоните моей маме. Скажите, что я научился летать. Вау, и паркур проходить я наконец-таки научился. Сейчас посмотрим, так, как мои подписчики подходят паркур. Так, первая одна, отлично. Пятерка с плюсом. И вторая тоже девочка. Прошу на пятерочку с плюсиком. Ну что, побежали? У нас есть ровно немножко времени, ребят. Побежали. И мы нашли стейк Чарли. Двигаемся дальше. Пойдемте посмотрим, как он выглядит, ребят. Ну-ка. Как он выглядит? Сколько тут я морфиков, ребят, нашел в свое время. И вот. Хорошо, ребята. Не, правда, хорошо. Посмотрите, какой. В 3D. Поверьте мне. Ну что, знаете? А пойдемте, знаете, что я хочу найти? Я хочу еще одного глазастенького тут сразу найти. И дальше пойти еще одного найти. Ну что, ребят, мы в пути. Да, вот тут написано, видите, большими буквами. Новые. Но я миньона люблю, ребят. Я ходил в кино, понимаете, на кино «Оно». И там, ну, было страшно. Очень даже ужасно. Но зато теперь... А, понятно. Давайте, короче, это... А, там постойте немножко, постойте. Ой, нет, не стойте. Бегите! А, нет, не надо, это мы побегите. Так, быстрее, пацан куда-то утонул. Быстрее! Да, я успел. Так, ребят, ну что? Это у нас сегодня на отлично. Командное лобби, мы уже на подходе. Поверьте мне, мы уже сейчас найдем этот морфик и пойдем дальше в игру. Все игры, все плейсы, если хочешь, чтобы Нубастер выложил в комментариях или в описании к этому видосику, без вопросика, тогда скорее, ребят, ставь лайкосик, и я выкладываю. Если хочешь вступить в банду Нубастера, снимать со мной видосики, тогда в комментариях напиши свой ник. А я, короче, так, прыгать, вот так, привык, оп, хорошо, и суд. Мы продули, это что такое? В мою сторону неудачи ветер подули. Окей, давайте попробуем еще раз. Нам нужен какой-нибудь мальчик или девочка красного цвета. Вот, а их тут много, кстати, хорошо, пошлите. Так, аккуратно, прыгаю. Чё? А чё?
А что не так? Да я в шоке. Ну окей, давайте посмотрим, как тут проходить. Что-то я немножко не понял. Куда прыгаю, короче, ногой дрыгу и проигрываю. Не, давайте просто лететь. В общем, и на это все смотреть. Вы давайте проходите без меня, потому что мне надоело туда-сюда. Всю заново проходить, в общем, давайте. Я там вас подожду, ладно? Сегодня самолет немножко. Так, давайте. Ага, давайте заранее, за спойлерем, что там дальше нас ждет. Ну-ка. Можем ли мы тут вообще одни пройти? Ага, не можем, видите? Надо два человека, чтобы встало. Нам даже джетпак не поможет. Нет, ты так уже достал на меня смотреть. Тут уже хорошо, ничего себе, я даже не ожидал. Ну что, давайте, короче, берем этот морфик. Какой хорошенький. Ага. Ну что, ребята, пошлите дальше. Следующий плейс. Так, какой же? Давайте сначала посмотрим, как он выглядит. И заценим и... Классно, лайкос тебе. А у меня для вас сюрприз. Какой же следующий морфик я найду? Посмотрите. I love you. Это же мой любимый котик Эльгато. Привет. В общем, надо немножко его пройти, чтобы получить следующий морфик Эльгато. Сейчас я покажу, как будет выглядеть морфик. Ну, только после того, как мы пройдем этого хорошего котика. Котик, ну не может быть, ты мне поддашься, Эльгато? Я все-таки видео записываю. Поддайся, пожалуйста. Не хочет, смотрите, не поддается. Он очень нервничает. Потому что он говорит, я же в твоем видосике буду. Мне потом будут писать в комментариях, что я, ну, плохо играл. А, куда? Что это такое? Что это такое? Опять поймал. Ну, Эльгато, ну хватит, ну, пожалуйста, ну, поддайся мне раз. Ну, что ж такое-то? Что такое? Как в первый класс, я не знаю, давайте. Так, все, вот это видите, вот этих людей? Миленьких мальчиков, девочек. Знаете, кто это? Это мои подписчики. Они в Бандину Байстера. Они в свое время поставили лайк, подписались на канал, написали комментарии. И тогда, ребята, они написали в комментариях свои ники, и мы друг другу добавились. Теперь мы снимаем видосик по сей день. Ну что, пупсики, пойдемте за мной. Все туда, все туда. Сейчас найдем Морфика, ребята, Эльгато, и пойдем дальше. Давайте, короче, собираем. Так, кто тут у нас? Нет, это Эльгато. Где Эльгато? Эльгато! Эльгато! Это не то! Подождите, где Эльгато-то морфик? Где он? Ну где он? Придется копать. Придется копать! Начинаю подозревать, что он где-то здесь. Ну что, если не пугайтесь, это я. Это я. Ну это не Эльгато, ребят. Это я в костюме Эльгато. Вот только что я прошел эту игрульку и получил Эльгато. Бесплатненько, приятненько. Ну что, ребята, пройдемте дальше в следующий плейс. Банда, все за мной! Пошлите! Надо тут сбегать, вот тут, в окошко. Прыгай как кошка. Вот так, все. Пойдемте в следующий плейс. Банда. Ага, кто у нас первый? Вот у нас первый. Молодец, крутой парень в очках. Следующий кто? У нас кто? Ну-ка, кто на втором месте? Тот сосиска в тесте. Давайте, ну-ка. Смотрим, кто у нас второй? Ну, тот герой. Давайте посмотрим реально, кто же второй. Так, первый подписчик, вот. Он первый. Хорошо. Он немножко нервный. Этот пытается секретной позой сюда пройти. Никто не может. Ладно, догоняйте, чуваки. В общем, ребят, увидимся в следующей игрульке. А у нас следующие монстры. Вон там, видите, что-то на полочке? Подождите. Прежде чем мы полезем на полочку, я сообщаю. О, мы попали к Пол домой. Теперь его тут нет. Теперь у него тут морфики, походу, стоят. Так, у нас какой страшненький. Это, кстати, за робоксы, да? Так, за робоксы. Можно купить, но если ты копишь, это почти затупить. Это можно найти бесплатно тут. Все, ну-ка. Вон, как туда, как достать-то на полочке? Ну-ка, дайте я на ногу встану. Опа! Нет, это, короче, не берется. Так, у нас можно так взять. Вот, ребят, первый морфик только что был найден. Начинается, короче, поиск. О, морфиков, о, у нас тут еще один секретный. Ты кто такой? Я не понял, что с твоей судьбой? Тут какой-то вкусненький. А у меня тут, знаете, что есть? Машина. Кого прокатить на машине? Я купил за робокс ее. Ну что? Так, у нас тут следующий. Можно прям не слазить с машины? А, нет, придется слезть. Так, чтобы взять вот этот морфик. Нет, придется отогнать. На парковку машину дайте, на парковку. Так, все, и теперь берем вот этот морфик. А, так, кто это такой у нас? Это ангелок. Хорошо, давайте этот брелок туда, короче, засунем. Так, все, в шкафу что-нибудь лежит? Нет, не жужжит. Так, пойдемте, следующая комната. Так, кто тут у нас в туалете? Хорошо, что тут никого нету, поверьте мне, дети. Это было бы тут пахло невкусно. Давайте, так, следующий кто у нас? О, как у вас много, сразу одним махом мы нашли несколько морфиков. Так, ребят, попозже мы их померим, примерим. Ну, а я хотел бы посмотреть, что тут. Нет, подождите, отвернитесь, я в туалет схожу. О, чё? Я провалился в унитаз только что, посмотрите. Так, детская коробочка только что была найдена. И это кто у нас? Это... Чё там у тебя в руке? Пистолетик, что ли? Вам советик, поставьте лайкосик мне на видосик. Итак, как отправиться назад? Так, и тут не работает, подождите. Нет, это не смешно. А как на назад-то отправиться, подождите?
Мне это немножко не нравится. Давайте, Вова, на спав надо нажать. Так, у нас тут секретный шкаф. Ага, и вот у нас еще один тут сидит. Здорово. Ты что, язык-то высунул? Ну-ка, убери обратно туда. Надо неприятно. Так, давайте. Тут у нас что-нибудь есть? Так, Хан, придется паркурчик пройти, чтобы морфик найти. Но я не против, конечно. А зачем все пришел-то? Видно же было, что тут нет морфика. Вот болван я, конечно. Так, ну что, пойдемте дальше. Так, ребят, тут есть еще можно пойти на улицу. Итак, выйдем сначала. Я слышал тут курицу, вы не слышали? Да, давайте, короче, знаете, что, вы тут есть? Тихо! Не, не то. Я думал, там Миха. Но там нет никого. Так, где мы не были? На кухне. На кухне. Ничего нету. Вообще не понимаю, где эту планету. Так, давайте идемте на улицу. Пойдемте гулять. Я обожаю гулять, так. Ребята, я собрал уже в этой игре, был до этого, до съемочки вот этого видосика, и насобирал тут морфиков много. У нас, оказывается, эта игра обновляется очень быстро, очень часто, очень много морфиков добавили, я так рад. Сейчас мы начнем их мерить. А это кто у нас такой? Ну-ка, что с твоей судьбой? Нормально. Не говорит с нами, не хочет. Говорит, обиделся. Да что, я не знаю, что я сделал-то. Ладно, давайте посмотрим, что мы, кого нашли-то. Морфики. Вертолет, познакомьтесь. Ой-ой-ой-ой-ой, ты куда полетел-то? Еще эмоция есть. Чё? Ты чё дрыгаешься? Ну-ка не дрыгайся дальше, чё у нас? Посмотрите, сколько мы морфиков, ребят, нашли. Это что такое? Ты кто такой? Что с твоей судьбой? Ребят, посмотрите, ну сколько морфиков я нашел. У меня осталось всего лишь 3 найти. Это такой, такой, такой. Хорошо, мы можем разблокировать. Это стоит несколько робуксов. Но я что-то не хочу, если честно. Может, мне удастся их найти? Давайте вызов. Вызов. Давайте, чуваки, вызов, короче. Мы должны найти морфики. А чтобы найти морфики, мы должны глазеть здесь в оба. Меня ждет крутая дорога. Например. Например, вот здесь что-то закрыто. Видите? Мне кажется, там что-то лежит. Ага. Давайте туда. Как пройти-то? Как туда пройти? Что-то видно? Нет, что-то... Мы туда не можем попасть. Можно в бассейн нужно нырнуть? Ну-ка, нет, не то. Цветочек, может, нужно вдохнуть? Нет, не то. Так, как же... Нет, короче, ребят, непонятно. Иди домой обратно. Ага. О, пришел. Хорошо. Что-нибудь нашел? Так, тут тоже ничего нет. Тут написано, переключите, требуется 6 морфиков. А, ну мы дверь тут открыли. Ничего нету. Тут мы были? Заходи туда. Ладно, нам придется, короче, ресетнуться, чтобы туда пройти. Мы тут были, да? Нашли что-то. Мы... Так, тут что-то есть, тут тоже ничего нету. Только самые глазастенькие смогут найти вот этот секретный морфик в этой игре. Не, серьезно. Потому что я не могу, ребят, смотрите, нету просто и все. У кого у нас глазки, как в сказке? Срочно! Срочно требуются помощники для Нубастера. Ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, кто бы хотел помогать снимать видосики Нубастеру. Потому что, ну видите, я не могу, сам не могу справиться. Мы в унитаз прыгали, прыгали, ногой дрыгали. Так, тут это тоже продается. Тут что-нибудь есть? Нет, не то. Не, серьезно, где, ребята? Я не знаю. Я какой-то невнимательный. Пацан, ты что тут замышляешь? Что-то, что-то замышляет. Так. Не, ребят, я не могу найти. Это сложно, слишком сложно. В общем, ну где же? Ну, морфик, если честно, да, они где-то есть, возможно. Так, не-не-не, ну все. Внимание! Срочно вызывайте тут докторов, пацану, походу, плохо. Пацан, придавило его, короче. Пацан, сейчас морфика заберу и дойду. Помогите пацану. Так, у нас тут, короче, есть. Я нашел одно место здесь. Я могу взять. Так, раз морфик и еще 2 морфик, ребята. Отлично, прилично. Я нашел только что. Что? Все морфы. Остался один, последний. Где же его можно найти, ребят? Подсказки. Так, давайте посмотрим. Подсказку дай мне. Не дает, ребята. Орет на меня. Так, давайте. Ну что, где же он может лежать? Я начинаю уже подозревать, что его просто тут не отыскать. Хорошо, я вышел на улицу, знаете, что я нашел? Я нашел одно секретное место. Пойдемте за мной. А нет, не пойдемте за мной. Не идется мне туда. Не могу пойти туда. Ну, в общем, ну вы поняли, да, фишку, что там готовят что-то секретное. Ну что, он здесь под водой? Ладно, ребят, мне, к сожалению, не удалось найти этот морфик. Идемте в следующий плей. Ну что, ребята, это самый крутой плей сегодняшнего видосика. Здесь у нас опять монстры пол, но только они всякие разные, апгрейденные. И мы не будем проходить, ребят, мы не будем проходить эти уровни. Мы пройдем самый новый уровень. И чтобы нам достать вот эти все морфики, нам нужно быстренько зайти в телепортик, который я приобрел. Давайте, короче. Вот так, первый уровень пройден. Мы находимся уже на втором уровне. Вот так вот быстро я прошел. Бабушка, спасибо, что задонатила мне робоксы. Так, ребята, направо. И мы идем прямо. Потом снова напрямо и снова идем в телепорт. Давайте поднимаемся на третий уровень. Прямо сейчас вы думаете, я пойду прямо открывать ту дверь? Нет, ребята, мы отправляемся на четвертый уровень. Вот так быстро в телепортике. Спасибо, что
ну, придумали телепортики. Без них очень бы было сложно. Это будет уже пятый уровень. Четвертый. О, теперь можно туда пойти открывать дверь. Ага, конечно. Нет, я пойду дальше, в следующий уровень. В пятый уровень. Что, серьезно, пятый? О, вот это да. Ну все, пойдемте, короче, в лифт. Это уже потому что пятый уровень. А, нам туда. Ага, конечно. Вот сюда! Ну что, вы готовы, дети? Да, капитан! И что же это? Это у нас Пол. Бу, или как его назвать, я не знаю, не пойму. Ну, в общем, я туда сейчас пойду. О, посмотрите, вон, видали? Можете снять прямо на телефончик. Ну что, побежали туда? Так, давайте возьмем для начала молоточек. Возьмем, короче, сделаем кувырочек, сделаем, короче, фонарик возьмем. Так, пошлите, короче, за мной. Мне кажется, мы можем пройти это с тобой. Ну что, ребята, все плейсы я загружу в описание, если ты поставишь лайкосик. Ну что, намек понял? Намечек, в общем. Намечек на лайкосик, в общем, все, пойдемте, все, мы зарядили. Зарядили наши кармашки молоточками, фонариком, и сейчас мы побежали, чтобы познакомиться с Пол, которого зовут, ну, короче, Демон, у него вообще, короче, больной. Сейчас я покажу, он такой страшный, очень страшный, ой, как долго бежать. А, мы уже можем бежать. Давай, беги, быстрее, так, точно, мы же можем бежать. Я начинаю ворчать. Так, ну что, ребята, мы только что прошли. И сейчас, когда мы дотронемся до этого Пол, мы соберем сразу все мофики из этой игрульки. Я уже не терплюльки, я хочу уже быстрее. Так, вот, давайте, нам нужно до него добежать. И тогда мы сможем все морфики здесь собрать. Ну-ну-ну-ну-ну. Только просто задень меня. Где он? Вот он, меня задень. Вот, ребят, все, он меня задел. И теперь смотрите, что будет. Так. А, понятно, смотрите, теперь нам нужно просто перезагрузить игру, потому что там были морфики. Отлично, тут работают сохранения, мы сохранились на этом уровне, ну теперь смотри. Спасибо, конечно, что вы меня теперь сохраняете, но я хочу на самый старт. Ну что, я все-таки вернулся на спавн, чтобы вам кое-что показать. Давайте я сюда буду вставать, чтобы... Так, сюда заходим. Ну что, ребята, что мы тут находим? Мы находим все абсолютно морфы в этой игре. Они доступны мне. Не тебе. Мне, потому что я прошел всю игру. Посмотрите, сколько морфов. Так, дайте я кого-нибудь тут выберу. О, радужные друзья даже тут есть. Ничего себе, я соскучился по вам, радужные друзья. Быстрее, новая часть, выходи скорее. Так, давайте кэтнапом ставим. Так, кто у нас тут еще есть? Так, Спанч Бобик. Пилак, Хаги-Ваги, вот такой у нас глазастенький, посмотрите, он в 6 раз лучше видит, чем вы. Так, у нас есть 4 глаза, так, ФНАФ, Головоломка, о, это чувак из Gravity Falls, так, да, я знаю, такие мультики, так, Марио, играл. Так, у нас здесь, так, это вообще уже давно прошло, как там, а, цирк цифровой. Ну что, ребята, вот так, а это еще не все, отправляемся в следующий плейс. Дайте я только выйду. Пойдемте в следующий плейс. Ну что, пупсики, последнее, что я вам приготовил, это морфи сиреноголовый. Обожаю сиреноголовый, я хотел бы им стать. Ну давайте попробуем, почему бы и нет. Так, я вернулся сюда, чтобы... О, сколько много здесь выбора сиреноголовых. И чем мы, кстати, дальше пройдем, тем мы больше станем сиреноголовым. Вот уже что-то похоже на реальный сиреноголовый. Вот этот сиреноголовый вообще похож. Ну, по-моему, это просто какой-то игрок стоит, нет. Давайте пройдем немножко подальше, и мы возьмем что-нибудь, ребята. Вон, да, то. Тот, он, видите, дальше. Как долго надо идти? Когда ты маленький, ты в пути, твои ножки медленно ходят по дорожке. Ну, когда ты сиреноголовый, ребят, ты можешь очень быстро дойти, потому что твои ножки реально большие. Ну, вот если мы будем таким маленьким сиреноголовым, то мы не сильно будем быстро ходить. Интересно, вот, ну, например, вот таким вот, смотрите. Ну-ка. Ох ты, а что, я самолет, что ли? Что, я что, не летаю? Я летаю, я могу летать. Давай, летай. Так, мы можем бежать. Мы можем встать, смотреть, мы можем вот так сделать, и можем что-то... А, вот так сделать. Хорошо, ребят, прикольно, в принципе, прикольно. Так, ага. А, нам в какую сторону идти-то? Я немножко заблудился. По-моему, да, нам нужно в ту сторону идти. Ну что, ребят, по-моему, круто. Давайте попробуем, наверное, телепортироваться куда-нибудь сюда. И пойдемте. Пойдемте, сейчас мы кого-нибудь найдемте. Я застрял, моя рука в стене. Да что ж такое-то, почему мне не везет-то никогда? Ты руки-то опусти вниз. Вот. И теперь так можешь идти? Нет, он так не хочет идти. Хорошо, ребят, давайте попробуем посмотреть, что здесь имеется еще. Так, здоровенная карта, где здесь куча всяких сиреноголовых. Круто. Давайте похвастаемся другим сиреноголовым, какой у нас скин. Посмотрите на меня, посмотрите. Я самолет сиреноголовый. Кто?
Здесь есть фонарик головы, светофора головы, как много сиреноголов. Ну, ребят, надеюсь, вам понравилось. Сегодня я приготовил для вас очень много поинтов. Все связанное с морфиками и монстрами. Мы нашли их. Кстати, хотите вступить в банду Нубайстера, не забудьте поставить лайк, подпишитесь на канал. Ладно, я погнал. Немножко тут еще по лесочку похожу.